Я отвечу на все интересующие вопросы настолько, насколько развита душа и сможет понять мои ответы. Я начинаю с приветствия. Я приветствую своего куратора, благодарю за возможность получить ответы и наставления и поблагодарить его за участие в развитии моей души. Также я хочу поблагодарить Влада и Веру и его команду за чистку нашей семьи. Наконец-то в душе и в семье воцарился покой и понимание. Жизнь как будто началась с нового листа. Первый вопрос. Я бы хотел ответить. Пожалуйста. Такое спокойствие будет не всегда. Такое спокойствие должно быть изнутри. Это самое главное. Если вы просто будете терпеть, когда-то вы взорветесь. Поэтому глубина мысли, ощущение, обдумывание и изменение к доброте и любви – это самое главное внутреннее состояние спокойствия. От него изнутри выходят правильные вибрации добра и любви. Продолжай, пожалуйста, переходи к вопросам. Благодарю вас за это дополнение.